Снова Найкуша, короче говоря, как матч, как я понял, матча с Озилом не будет у нас, поэтому я обещал Коллерсу потранслировать его какой-нибудь матчик один, и, соответственно, это будет матч Ганновер, правильнее будет Ганновер, Ганновер, да, Ганновер, 96 против Герты, 19, да. Поэтому посмотрим матч, я уже достаточно сонный. Надо подготавливаться к поездочке. Днюхи, удары, сейв Циллера. Это Циллер, Денба. Бьет опасно. Посмотрим, что будет в этом матче. У Денба удар, гол! Вот это гол, быстрый гол пропускает Ганновер с углового. Как его не закрыли, хз? Бах. Защитника лососнул тунца здесь, мягко говоря. И вратарь что-то как-то ни туда, ни сюда. Вот такой вот быстрый гол пропускает Ганновер. Ганновер. Пасик. На броняка не проходит. Ну да, быстро повел Вадос, поэтому будет проще в этой игре, конечно, ориентироваться. А то у него с реализацией явные проблемы. Особенно в матче Златана. Денба, опа, может пенальти дать сейчас или штрафной будет. Штрафной опасный. Кто будет исполнять или под удар катить? Санчес будет исполнять, ну не знаю. Ой, удар и Циллер. Циллер. Отбивает этот мяч. Ой-ой-ой, поплыл Ганновер. Ганновер плывет, но отбивается Циллер. И непонятно, что он делает. Может, лагает, не знаю. Такая тема. Вадос злой, он бежит забивать еще один гол. Да-да-да, такие дела. Так, Сахин. Бакуна. Бакуна. Прет, дает пас. Сахин, Нури, Нури Сахин играет у нас в Ганновере, интересно. Бободили тридцаточки или сколько? Налетай. Ну, пока идут перепасовочки, Ганновер смотрит, как ему лучше атаковать. Караман, малыш Караман. Разворачивается, пасик, навес. Ну, пока не получается, но какие-то комбинушки уже идут. Санчес. Салах, Аллах. Полный лах. Так, посмотрим, что будет. Что он сделает. Навес, Санчес. Фу, боже мой, Санчес такой убогий. Честное слово. Да. Навес ему идет на гол, он просто теряет этот мяч. Кьяер, семьянин великий. Так, ну что у нас будет? Салах. Салах можно бить. Удар. Ой, боже мой. О, он бьет. И вот этим своим любимым внешней стороной и вообще не в тему. Да, бывает иногда. Это вообще не в тему. Ну, что поделать, Кьяер. Аллах, Салах бежит, пасует не туда. Опа, сколько у нас времени? 11:30 уже. Ну ничего, нормально. Распасовочки идут. Ганновера. Так. До Карамана мяч не доходит. Перехват, но мяч укатывается за боковую линию, и тем самым у нас
Пока. 25 минут и 1-0. По-прежнему ведет Вадос. Герта выигрывает Ганновер со счетом 1-0 после быстрого такого гола. С углового Денба забил. Великолепно там всех перепрыгнул. Хотя защита, мягко говоря, сыграла паршиво. Вот. Ну, такие делишки. Такие делишки. И смотрим дальше, что у нас тут происходит. А у нас тут борьба на каждом клочке этого пиксельного поля компьютеризированного. Пас на Карамана, пройдет удар, гол! А, какая ошибка, и Караман забивает этот гол. Ха-ха-ха. Боже мой, какая ошибка чудовищная, да. Защитник останавливает мяч, вратарь смотрит на него, Караман подбегает, отнимает и бьет в касание, в пустые ворота. Фейер. Пас на Санчеса. Санчес, как обычно, в своем стиле. Так, ну что, Караман. Молодец, пацан. Хочу купить его уже. Прямо сейчас покупаем. Ну что у нас тут? Борьба, и все заканчивается тем, что Циллер будет мяч этот выводить. Низом перепасовки идут. Карамана мяч не доходит. Сантана, он, по-моему, привез как раз таки гол. Эх. Раскатывает Фейер. Пас проходит на Демба. Он хотел развернуться под удар, но не получилось. Вот так вот Бакуна. Абраньяк. Пас на Карамана. Караман. Ну тут бессмысленно, наверное, перебегать защитников таких крутых. Пас на Абраньяка. Пас удар и чит-шот в касание Бетенкурт бьет. Нормально. Кстати, я замечал, что мне многие так бьют. Кстати, там, смотрите, вы можете забить чит-шотом, типа ударить вратаря, отскочить там от него, и типа вы добьете. Это, по идее, будет считаться голом или не знаю. Удары! Мяч попадает в штангу! Выносится мяч, попадает в игрока. Денба! Воздух не выигрывает. Ой-ой-ой. Санчес подхватывает мяч. Разворачивается. Дрочит. Дрочит. Дальний удар. И Циллер. Мяч этот защитник надо вынести из ворот. Мяч выносит. Ганновер сейчас отбивается всей командой. Нафиг. Просто пока ему очень везет. Армера. Денба удар. И не точно. Вот это прикольный момент. Как обычно, Вадос не забивает свои моменты. Там он пробежался с Санчезом, начал задрачивать бедных защитников и ударил хлестко, но там Циллер отбил достаточно неудобно. Потом был удар в пустые ворота уже, но защитники с ленточки выбили. Я думал, что он забежит просто с мячом. Обычно у меня так происходит, защитник с мячом забегает. Демба! Пас дает. Зачем? Так. Подкат самоотверженный, надо как-то вынести. Очень тонко сейчас играет, на тоненького сыграл. Обмотал чувака в подкате. И 1-1, ну, конечно, жесть. Гол Карамана, это, конечно, вообще ужас. Куром насмех. 9-7-2-1. Ну вот, пожалуйста, реализация опять хромает. Реализация, реализация, реализация. В первую очередь, реализация. Но тут пацан пишет, что сложно очень ему. Ну, ничего, бывает. Колерц.
Та быстрее. Та будем играть. Ну ладно, ничего. Посмотрим, как будет второй тайм. Чем он закончится. Может, Караман сейчас второй гол забьет. И Вадос проиграет в очередной раз. Обоссыт свои моменты. Как-то плохо не звучит, да, некорректно. Я вообще некорректный человек, поэтому мне не впервой, мне не чуждо вот эта вся брань такая. То есть я не матерюсь, откровенно, я такую брань люблю. Ой, удар какой! Макуна! Макуна Матата! Прикиньте, такая в девятинку влетит, там просто как будешь стоять, так и упадешь. Ага, поплыла защита Ганновера. Ну какого Ганновера? Герта, короче, поплыла она вообще как-то, какие-то пасы. Коллерс решил у нас по кружку мяч покатать. Так, пока все четко. Шондрав. Ну тут пас какой-то вообще. Прикиньте, сейчас пас бы прошел, он забил бы в касание. Вот это был бы стёб. Ну ладно, посмотрим. Пока Куртуа вообще не помогает ничем в присутствии Вадоса. Какие матчи не смотрю, что со мной он слил, там не вытащил вратарь. Что, короче, с матча Златана, в принципе, ничего он там не тащил. Что тут? Вот тебе и крутой вратарь. Так что, в принципе, я считаю, что в первую очередь... Так, Санчес! Денба будет бить удар, и перекладина у нас! Ба! Да, вот это стёб. Фан. Вот это фановый матч, чуваки. Это фан. Очень сейчас на тоненького играет, но Коллерс тут ошибается. Подкат такой не самый приятный. И что у нас? У нас ничего. Ромео. Так, Фер. Перехват. 56-я минута, 7-я. Обраньяк. Покружится, к пасы, в касание. Неплохо. В центр. Неплохо. Сейчас пойдет на фланг. Так, что дальше делать? Разворот. Сахин в касание на Карамана. Караман тут закрыт вообще такими сетями. Тут защита не ошибается. Окей, пошла атака Герты. Пас на Санчеза. Перепасовочки. Демба ускоряется, не знаю, в пространство. Караман. Сакай. Так, тут Шау. Шлондра. Ой-ой-ой, выносить надо! Пожарят опять игроки Герты в своей штрафной. Боже ты мой, что они делают? Зачем это все они... придумывает на свою голову. Побежал и... Боже мой, это офсайд был. Я думал, он что-то как-то остановился. Там, по идее, вообще упнули. Ой, что это у нас тут такое происходит с игроками? Какая-то пауза. Я глотну чайку. О. Ну чего, давайте уже играть. Давайте уже определим, кто лучшим будет Стоки. Ну там пошли, короче, ва-банк. Ой-ой, Караман отнимает мяч. Бежит, и там не будет штраф, но там на ББ, видимо, стер. Он стер. Алауга. Тот, который Дансу забил, этот Алугай. Алагай. Сахин. Караман. Ну, какой-то пас видно было, что там никого нет. Бабакар вышел. Стокер. Просто прорывается среди четверых, но у него что-то не получается, потому что он просто стокер. Он просто стокер. Он не Криштиану Роналду, он не Месси. Фер. Ждет паузу, гроссмейстерскую паузу. Стокер, стокер. Не дают бить ему, надо бить как-то. Стокер освобождается. Бабакар. Стокер. Ой-ой-ой, второй зря замах был, первый идеально, надо было бить сразу. Но они бьют иногда просто как девочки, когда они так делают. Можно иногда так убить в угол дальний. Ну тут
Караман, конечно, вообще бог. Бакуна. Бакуночка, разворот, поворот. Так, хорошо. Сахин. Может выдать передачу. Ну что ты делаешь? Почему ты бежишь просто так? Так, хорошо, Бабакар. Санчеза заменили. Тут Алгай, этот Алагай, который положил Дансу мячи. Стокер, Стокер. Ромео, будет удар и подкат жесткий, хлесткий, но продолжаем играть. Продолжаем играть. И что сейчас будет? Ничего не будет. Караман дает пас на Бакуну. Да, вот это Рубилова. Рубиловка, я бы так сказал. Ух, жесть. Бабакар. Если Демба не забивает из 3-4 моментов, то он думает, что его эти нубы забьют. Сакай просто тут как последний самурай борется. Слушайте, а Ганновер-то, если бы не было столько моментов в ворот, он действительно неплохо играет. Хоть его там все и мочили, типа в Бундес, что он там писал что-то. Да какая разница, Бубакар! Пас дает и читает защитник очередной раз. Кьяер. Кьяер. Очень плотно сейчас в атаке все. Все игроки почти в атаке. Сейчас Бакуна туда же бежит. Защитник. Удар! Фер бил, но попал в сетку с внешней стороны. Остается 10 минут до конца. А прикиньте, сейчас забьет Ганновер. Вот это будет круто. Это будет действительно отскок и лакер. Так, ну что, смотрим. Атака, позиционка пошла. Катают. Стокер уже отходит к центру. Проигрывает борьбу, там защитник. Караман уже на своей стороне поля. Гуиды ходит, не знает, что делать, дает пас неточный. Не идет игра у Вадоса вообще. После того, как убрал читаков Аллаха и... Ладно, сейчас атака. Санчеса он убрал. Навес, Караман, сейчас смог делать счет 2-1, боже ты мой! Вот это прикол! Вот это прикол! Вадос просто не знает, что делать. Дает пас туда. Бабакар не может. Просто ему просто нигер пихает в рыло своего локоть и не дает ему продвинуться вперед. Боже, как же дерутся игроки Ганновера 96-го выпуска. Или 96-го разлива. Как хотите. Так, пошла пятиминутка последняя. Что же сейчас будет в матче? Это просто жесть. Они просто возят, катают вату, делают не по это что. Караман, решай вопрос. Отсюда гол давай. Так, Сейн. Кипиш идет. Остается всего буквально чуть-чуть. Ой-ой-ой, сейчас позиционка пойдет. Сейчас будут кидать. Но тут Сахи, Нури. Каким-то фигом оказывается опорником. Обраньяк бежит. Входит в штрафную. Там подкат какой-то не самый корректный. И что? Вадос отдает пас сопернику. Соперник ходит здесь. Колерц, давай, тащи. Вадос, тащи, давай. Стокер, просто Бабака. Вот такое вот у нас концовочка. Такая концовочка у нас. Я просто решил внести какую-то свою хрень. Просто непонятная. Хорошая игра. Ну что? Че, Салах туда переходит в Аякс? За пятерик. Слив или как? Ну, такая вот игра. Вадос, короче, еще очки теряет. Караман. Просто идеальный гол. Просто, посмотрите, голевое чутье. Отнимает удар и гол. У меня нападающий так бы не смог. Сантана привез, или кто там, хрен поймешь. Ну, так-то моменты были у тех и других. Тут читшот зарядил вообще охереть. На нафиг. Да, моменты всрали дикие. Тут, конечно, тоже повезло. Раз. Потом здесь момент уже у Ганновера. Бах, вот это мне удар очень понравился. Щитка ударил. А вот тут в концовочке ударчик такой был. Бах. Не показали нам в перекладину. Вот такие моменты. 3-1.
У Адос просто печальная реализация моментов. Спасибо, что смотрели, и покедово пытался.